Житель Павлодара Артур Русман проверил людей на отзывчивость и доброту. Вместе с друзьями инвалид-колясочник провел социальный эксперимент. Он просил милостыню, и на глазах у прохожих у него отбирали все пожертвования. Чем закончилась проверка, знает наш корреспондент Алия Алмухамбетова. Артур Русман говорит, предложение провести социальный эксперимент поступило от друга. Несколько месяцев обсуждали детали, встать на улице и просить милостыню было не так уж и легко. Суть этого эксперимента в том, что я буду проходить мимо Артура, забирать у него деньги и нагло идти вперед. Самый главный вопрос в том, что помогут ли Артуру люди и остановят ли они меня. Уличный спектакль продолжался 4 часа. За время съемок участники социального эксперимента поменяли место 2 раза. Реакция не радовала. Многим просто не было дела до совершаемого преступления. Я бы хотел сказать казахстанцам, чтобы они не боялись быть добрыми и помогали таким людям, если увидят, что действительно нужна помощь, почему бы не помочь? Не остановиться и не помочь, или просто спросить. Во время эксперимента на кражу отреагировало только 3 человека. Были моменты, когда участникам съемок самим стало страшно. И зачем у него брать? Не стыдно, ему еще положат. Проявлять доброту и не стесняться помогать окружающим. К этому призывают не только общественники и такие молодые люди, как Артур Русман, но и простые прохожие. Не так плохо, но все-таки хотелось бы, чтобы добрее люди были. Это когда вот в магазин заходим, если нет пандусов. Там помогают двери открыть или коляску приподнять. Об участии в социальном эксперименте Артур не жалеет. Молодой человек считает, из этого нужно извлечь урок. Привлекать как можно больше внимания к проблемам инвалидов он планирует и дальше. Тимур Айтмухамбетов, Алия Алмухамбетова, Информбюро, Павлодар.